Ну чё, как, ловится что-нибудь? Чё-то погода какая-то не клёвая. Короче, парни. Привет. Привет, здорово, парни. По многочисленным вашим просьбам всё-таки мы решили снять цикл этот видео о том, как правильно богатый рыбачить. На рыбалке, в общем. Мы решили начать познавать, осваивать данную, так скажем, вид отдыха. Вот. Ну не то, что осваивать. А мы научить умеем. Пацанов. Да, и вам как бы поделиться с вами нашим опытом. Наработанным годами. Кстати, да, пацаны, вот вы прислушиваетесь, потому что пацанчик — это победитель нашего регионального соревнования «Золотая блесна 2016». Ребята, а что здесь рыба ловится, да? Тихо-тихо. Фу, рыбы же нет ушей! Че ты тихо-то, блядь? Меня не спугни! Вот это вот спиннинг, там и мы презентовали. Это Шимана 3.15. Шимана, это ГРО. Ну, вообще нормальный спиннинг, там карбон. А, ну это этот. Как его? Ганчо, короче. Ганчо. Нет. Фирма Ганчо. Спецназ ГРУ. А, да. Ну давай, начнем с чего? В общем, заброс блесны. На удочку с крутишком. Как эта удочка называется-то? Блесна. А, давай. Короче, смысл такой. По-моему, вот этим, да? Этим способом ты как раз в 2016 году обошел Ивана некого. Некого Ивана, да. У вас вот этот давний спор. Ага, ага, ты так подбираешься, да? Как бы. Поближе, поближе, чтоб если что, и дал. Ага. Поебал, да? Подтекай! Ха-ха, вот это реакция, парни. Смотрите, реакция профи. Fisherman's Friend, ебать. Давайте покажем в приближении, что за блесна у нас. На червячка надо поплевать, в общем. Так, а тут червяка нет. Что тут надо, поблизать? Ага. Косодака. Косодака. Наживка, ну, у нас. Вы, если кто соображает, тут как бы и нечего объяснять. А кто не соображает... Обман! Вырежи, вырежи! Не, это, блядь, это обман. А, да. Рыбий обман. Финт. Еще, смотрите, парни, многие люди, новички, заблуждаются, что надо кидать вдаль. Основная фишка, что надо кидать в высоту. Потому что рыба, если блесна идет поверху, она видит, что это, блядь, летит что-то инородное. А когда раз сверху упала, она и не понимает. Ну и в рот ебать. Нет, где-то, может, рот ебать, но это, блядь, отрывать ей надо будет. Класс! Это видео, да? Стоишь, блядь, с камерой. Сейчас я вам покажу мастерскую проводку. Вот она. Блядь, куда делась? О, о, смотри, пацаны. Вот, проводка мастера. Улавливаете, как бы, не часто нам удается такие видосы заснять. Проводка мастера боится. Есть такое. Это у электриков, ебать. Сука, страшновато немножко. О! Вот это было правильно. А ничего тебя не смущает, что я ору на рыбалке? Нет. Ведь, парни... Рыбы, и... ушей нет. Огромное заблуждение, что на рыбалке нельзя топтать, орать, кричать. Делайте, что хотите. Возьмите карася на рынке и посмотрите, да, его внимательно. Изучите своего. У него ушей нету! Как он может слышать все это? Шибарган! Хоть тут оборись, а им без разницы. Я как ловил рыбу, так и ловлю. Давай от первого лица им дам, чтобы понять. Давай. Ох, а что такое? Не забывай щелкать, защелка. Чик. Ага, щелкунчик надо, чтобы сработал. Смотрите, как выглядит сосредоточенный фишермен. Это тоже очень важно в рыбалке. Смотрите. Смотрите сюда, смотрите, смотрите, что он видит сейчас. Оп! О! Видел? Как, это какой способ назывался? Подводный подсек. Шкура, шкура, да? Ага. Все уже, закрыл удочку, все выключил. Да. Увидел, сука, мои рыбные места. Почуял. Ага.
давай мне сейчас в глаз ёбну. Что еще пацанам покажем? Так. Ну вот так вот выглядит наживка. Поплю. Ты мразь! Не в меня же! Я от переизбытка чувств. О, как хорошо пошла. Вот, парни. Нет, не-не-не, не так. Но это не максимальная высота. Вверх надо, вверх. Я помню, в 2015 году был бросок у тебя на 100 метров в высоту. Да. Тогда никто не мог сравниться. Знаменитый мой бросок. Да, этим броском пролив назван. Почувствовал, да? Почувствовал рыбу? Ага. Пацаны, у настоящего рыбака, вот как у щуки, есть средняя линия, которая она чувствует вибрацию. У настоящего рыбака тоже такая линия есть. Две их. Не будем говорить, где они, но он ей тоже много чего чувствует. Между ног она, с задней стороны. Великолепный бросок. Смотрите, 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 как удилище себя видит. Оп! Опять видел, видели? Да? Видел, как она набросилась прям на рыбу. Ну ты видел, ты успел. Прям она почти взяла, а ты успел выдрать, чтобы она не схватила. Просто мелкая была, не трофей. Ну, конечно. Я то ловлю только трофеи. Только трофей. Великолепный бросок. Ну, какие еще такие вот ошибки, заблуждения у новичков встречаются? Ну, в общем, многие очень даже не умеют забрасывать. Вот я, вот, начал ты рыбачить, вот хочешь рыбачить, не надо тебе стараться далеко куда-то, высоко. Так. Ну, это ни к чему. Вот смотри. Что нужно сначала смотри, достичь? Берешь. Какая цель? Как начать надо? Так. Ну, не так немножко. Короче, на длину удочки опускаешь леску. Так. Потом рукой взял. Так. Оп! И все. Это вот самое. И рыбать! С чего надо начинать? Азы. Основа. Все. Еще раз покажем. Вот приманка пошла. Вот она, видишь? Можешь за ней идти. Вот она. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну давай еще раз покажи. Кто не успел, парни, сейчас вот включайте паузу. Мастер. Работа мастера. Еще раз. Оп, смотрите, как изящно. Как легко. Как будто вы занимались фехтованием же? Да. Это дает себя знать, да? Безусловно, это очень дало. О, смотрите, это второй номер 2016 года. Иван Грозный. А покажите, как надо. Я вот слышал, кидают спиннинг. Ой, дурачком прикидывается, да? И это сам, это смотрите, пришел сам Иван Грозный. Вот это два великих мастера. Я правильно петельку вот сюда леску надо было. Да покажу, да покажу. Давний спор, пацаны, сейчас разрешится на этом видео. Вот можно, говорю, работать только одной рукой. Вот, вторая рука. Вот. Всем спрятал руку. Оп, смотрите, как элегантно. Прекрасно. Великолепно. Вон она, наживка пошла. Смотри. Прекрасно видно. Делает движение. О, о. Смотрите, прям лучше, чем настоящая рыба. Завлекаем, завлекаем, завлекаем. Сейчас смотри, смотри, пойдет. О, видел? Видел, да, прям видел. А что было? Вот такой сом. Сом, да, но таких мы тоже не берем. Не берем таких. Такого ловить не надо. Ни к чему. Неудильный сом. Квадрокоптер. Все вы любите видео с квадрокоптера. Вот мы вам немножко даем. Ну давай. Бросай и крути. Самый главный секрет. Бросай и крути. Бросай и уди. Какая удочка у тебя? У меня удочка самая простая. Карбоновая. Нихуя. Это самая удочка. И этого, смотри, она золотая. Золотая удочка, да. Золотая удочка. Я же это выиграл. Золотая удочка 2015. Золотая катушка. Да. Там были соревнования. Золотая удочка, золотая катушка. Он выиграл удочку, я катушку. Этот выше бросал, этот быстрее крутил. Как доставать? Снасть. Крючок. Так. Ни в коем случае не надо тянуть дури. Видите? Вы видели, как он сошел? Это методика ели под снегом. Прогнись под силы противника,
и его сила пойдет против него. Вот два мастера. Сейчас вот такой уровень видео вам не найти. Два великолепнейших мастера. Перекрестная пошла. Это вообще уникальная методика, сейчас вы видите. Перекрестное ужение, парни. Ой, почему рыба-то в соку не осталась? Это не с электроудочкой виноваты браконьеры. Вот эти двое профессионалов все выловили. Кстати, река Сок, Самарская область. Горная река. Это какой-то очень мощный вариант. Вырежи это, ладно? Ой, блядь. Ой, живем, парни, живем. Пусть тебя кто научит. О, это было высоко. Высоко, да? Далеко. Давай еще псина, блядь. Бестолковая, а. Смотрите, борьба. Никакой борьбы. Ой, кошмар, а. Хороший кадр. Взяла обезьяна палку. Не дергай ее. Веревочку натянул, блядь, и давай играться тут. Все, рыбалка встала. Монофиламентная нить. Полифиламентная у тебя. Монофиламентная. Рассказывай. У меня моночка. Давайте, кто выше кинет. Давай. Два, три. О-о-о! Иван Грозный, ты сегодня в форме. О, перекрест. Видели, парни, был перекрест. Это очень редкое явление. Такое вы нигде не найдете. Видите перебежки? Оп, видите, как изящно? Из-под тишка. Рыба даже не замечает такого броска. Это тоже очень важно. Потому что рыба же, она не дура. У нее даром, что ушей нет, а мозг-то есть. Она соображает. О, по-моему, что-то появилось. Опа-опа, подсекай! Подсекай его! Опа! О, вегетарианская рыба! Это ушк! Угой! Я боюсь. Они кусаются в этом сезоне. Оп! Он маленький, отпусти его. Давай. Плыви с Богом. Меньше 2 метров не берем. Есть еще какие-то ошибки для начинающих? Что есть, что сказать? Какую леску надо использовать? Леску надо использовать самую прочную, самую толстую. А то вдруг клюнет огромный сом. Ну как это часто тонкая. Бывает? А? О, так, мы имеем альтернативное мнение. Это глубочайшее заблуждение. А как? Леска должна быть под стать удочке и использованным снастям. Почему? Вы можете взять толстенную леску, и когда вы зацепитесь за какую-нибудь корягу, ваша леска не порвется, а сломается ваша удочка. А, вот это все тоже так надо учитывать. Да, коллега, есть рациональное вот зерно. Вот так вот, ребята. Поэтому все должно быть под стать одному. Одно под стать другому. Ага. Смотри, он даже не смотрит. Рыбалка захватывает. Он вслепую делает. Не отпускай. А ты так не умеешь. Вслепую? Да. Сделай. Ой. Докажи, пацанам. Я разработал эту методу и технологию. Слепой бросок? Слепой рыбак. Смотри. Вот, что все честно было. Все честно, подтверждаем. Идеальный бросок. Так, посмотрим, как он справится с этим. Смотрим. Ага, смотрите, он успевает даже подсекать. Смотри. И проводка какая классическая. И с под водом. Вот так тут, ребята. Да. Мастер. Слепой мастер. Нихуй собаки. Это просто было, когда ты этих, блядь, очистителя для рук перепил и ослеп, ебать. И с тех пор разработана была методика. Все, ребята, я понял.
того, как была использована методика слеповый мастер, что мне не место на нет, реке нет. С этим мастером. На одной реке два мастера не уживутся. Так, ребят, бесоёб-то вы. Ладно, пацаны, этот первый наш выпуск. Мы, конечно, всех секретов сразу вам не раскроем. Безусловно. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рыбачьте с нами. Чуваки-маки-баки, да? Смотрите видео под хэштегом... Как там? В общем, мы запускаем серию, новую серию видео Бесоёб ТВ. Следите за нами в соцсетях по хэштегу Бесоёб ТВ. Парни, там будет самое интересное. Все самое интересное впереди. Рыбалка на жик и отжиг. Это не всем сразу понятно будет. Это анонс второй серии. Да, еще у нас, видите, есть возможность снять для вас азы подводной охоты. Да. Вот. Азы этой самой парилки. Вот. Азы сидения на стуле. Что вы хотите, мы в второй серии вам и выдадим. Пишите в комментариях. Вот. К чему вы больше склоняетесь? Что вам интересно? Я думаю, надо голосование устроить. В группе ВКонтакте, да, будем голосовать. Ну все, пока, парни. Давайте, удачи, ребят. Удачных рыбалок.